Всем привет! Сегодня мы будем тушить картошку с копчеными свиными ребрышками. Для этого нам понадобится картофель, свиные ребра копченые, одна луковица и одна морковь. Лук, морковь, картофель я порежу, как всегда, кубиками. Ребра я порублю на более мелкие куски. Картошка у нас не будет супом или в жидком виде, как там, кому как угодно. Она у нас будет доведена, скажем так, до какой-то густой консистенции. Мясо от наших свиных ребрышков я отделил, то есть частично, то есть, ну, если есть любители там погрызть кости, там мясо еще осталось на кости. Собственно, сейчас я все эти ингредиенты добавлю в наш картофель, посолю по вкусу, ну, где-то примерно половина чайной ложки соли. Вот, добавлю примерно четверть воды в эту кастрюлю, накрою крышкой, и все это у нас будет тушиться. Тушиться будет до готовности. Картофель с овощами вберет в себя вкус и аромат копченого мяса. Приправ добавлять я никаких не буду. Я считаю, что наш картофель будет и без этого очень сильно вкусным. Наша картошка на огне. Сколько будет тушиться по времени, точно сказать не могу. Собственно, все это до готовности картофеля. Но я думаю, что недолго, минут 20, максимум полчаса. Как только приготовится, за 5 минут до окончания готовки я добавлю мелко нарубленную зелень. В нашу картошку я добавил зелень. Огонь я уже выключил. Картошка готова.